Всем привет, с вами Артур, и сегодня мы начинаем новое прохождение линейки игр Kingdom Hearts, которая совсем недавно вышла на PlayStation 3. Ну, она была на PlayStation 2, насколько я знаю. Я, на самом деле, в нее не играл на PlayStation 2, но знаю, что игра должна быть интересная, но она и была интересная, потому что на нее очень много хороших отзывов, и, в общем-то, в этом ремиксе, насколько я понимаю, насколько я читал, все три части, я, конечно, не уверен насчет вот этой, вот 358 и 2 дня, но просто потому что не играл и не знаю, сколько вообще было на PlayStation 2 их, возможно, они все три были, но, насколько я знаю, еще в эту версию на, ну, которая вышла на PlayStation 3 ремиксом, добавили новых боссов, ну, конечно же, улучшили графику в HD. То есть это должно быть интересно, посмотрим. Я даже не знаю, какая здесь из этих частей первая, но я полагаю, что вот это Kingdom Hearts Final Mix, потом пойдет Kingdom Hearts Rechain of Memories, и потом вот это 358 и 2 дня. Ну, давайте начнем с первой, посмотрим, что это за игра, как она играется. Надеюсь, она мне понравится. И мы ее пройдем от начала и до конца. Я уже, на самом деле, попробовал ее запустить, чтобы проверить звук, то все. Там у меня появилось какое-то... Ну, сейчас, конечно, будет заставка. Странная, на самом деле. Я ее... еле-еле досмотрел. Скипнуть ее нельзя. Ну, я не в том смысле, что она мне не понравилась, я ее досмотрел. Просто музычка там такая, может быть, в стиле Square Enix, но... Может быть и нет. Также я знаю, что тут будут иметься персонажи из Final Fantasy, из различных мультиков Диснея. То есть это будет такая солянка, где перемешано все и вся. Ну и главный герой у нас вот этот вот паренек. Я на самом деле, опять же, даже не знаю, как его зовут. Но давайте начнем новую игру. Так, да, помню, тут куча всяких выборов. Я выбрал Final Mix Beginner, потому что, ну, я особо никогда не играл в эти вот такие игры. Потому что, ну, я знаю, что там, по-моему, атака, всякие скиллы такие. Ну, как бы она более-менее, как бы, вид из-за спины от третьего лица. И, как бы, все равно уворачиваться как-то можно, но больше это, конечно... Ну, вот, например, тот самый Final Fantasy, не помню какой, по-моему, 12 или 11, который я играл на PlayStation 2. Там, как бы, тоже боевка была такая, что... Встречаешь монстра, вид тоже со спины, и бьешь его. Ну, как бы у тебя не появляется, как, например, в 9-м или в 7-м или в 8-м Final Fantasy, что, типа, ты наткнулся на монстра, появляется, типа, как место для битвы, и там ты юзаешь, там, как бы, своих персонажей с одной стороны, а с другой стороны разные монстры, которые тебя такой, там, используешь всякую магию, лечишь своих напарников и так далее. По-моему, здесь не так. Давайте выберем средний уровень сложности. Я не знаю, можно ли его будет поменять потом по мере прохождения, потому что если будет сложно, то, ну, сложно играть, это сложно. Так, камера пусть будет авто. Вибрацию включим. Да, все настройки введены верно. Поскольку первая часть ознакомительная, я буду очень много нести всякого бреда, особо даже не играя. Ну, конечно, буду бежать вперед, что-то делать, но, как видите, даже в меню самой игры просидел. Насколько я вижу, около 4 минут. Ну, конечно, там еще плюс заставки всякие, начало. И вот она начинается, заставка, поэтому я замолкаю и смотрим. I've been having these weird thoughts lately. Like, is any of this for real? Or not? Mm-hmm.
Так, ну что, сейчас будет небольшая тренировка текстовая и... Ну да. Сейчас, по-моему, появятся эти штуки из земли. Это что-то, видимо, ну, что-то типа выбора, кем мы будем играть на протяжении игры. То есть тут есть щит, магическая палка и меч. Я на самом деле, наверное, возьму... поскольку это первое прохождение, оно, наверное, будет единственным. Вот немножко меня напрягает, что прыжок на крыжок всегда... Ну, уже привычно, что на X, а тут вот на крыжок и... Немножко, конечно, по-другому. Ладно, берем меч. Не хочу я быть волшебником. Ну, еще бы запрыгнуть сюда. Сила воина. Невероятная отвага. Так, да, конечно, это моя сила. И мой путь поставлен. И... Теперь мы можем выбрать еще вторую силу. Это, конечно, могла бы быть магия, но я возьму щит, раз уж у меня уже есть меч, и буду настоящим рыцарем. Игра, на самом деле, очень яркая, что радует. Ну, хоть и мультяшная, но все равно яркая, и это радует. Да, конечно, щит. Сила Гуардина и сила воина. А, да. Я не знаю, мне сложно судить, насколько хорошо они сделали этот HD ремейк, но... Ну, поскольку я не видел особой игры на PlayStation 2, но пока мне очень все нравится. Так, мы были на каком-то, назовем это, платформой, где спала, по-моему, Белоснежка. А это у нас уже, наверное, Золушка. Ну, я на самом деле не уверен, но... Ага, вот у нас и меч. Так. Сила защиты всех и себя. Какую кнопку-то нажать? Да я уже понял. Зеленое это мое здоровье, синее это моя мана. Ага, ага. Так. Замечательно. О, наш первый враг. О, даже не один. Целых три. Непонятные жуки. Так, я получил экспириенс за убийство монстров. Все как обычно. Айтемы вроде с них падают. О боже мой, за спиной как страшно. Так, R1. Так, экспа сыпется. Ее нужно собирать. Пожалуй, я не хочу пропускать. Блин, они еще и такие как бы по земле ползают, как черные жижи. Их не ударит даже. Итак, что у нас за новая платформа? Я, честно, не могу сказать, что это. Возможно, это уже самого Kingdom Hearts, типа сердца. Как-то с этим связано.
Коммуникация, треугольник, коммуникация. Он не может открыть это. Сундучок. Коммуникация. Замечательно, открывает, просто постучал мечом по... Но мне очень интересно, на самом деле, могу ли я выбрать гуарди на силу. Видимо, пока нет. Это я, похоже, могу толкать. И ударять поэтому. Так. Поушен. L2. Не очень удобно, на самом деле. На врага R1, на бочечку L2. Как-то странно. Ага, носить могу. Мультяшные игры хорошо делать в HD Edition, потому что они и не в HD особо так не примечательны глазу текстурами, а если и в HD, то вообще незаметно, что, ну, как бы вообще выглядит классно. Дверь пока не хочет открываться. Пока скажи мне больше о себе, нажми Select, чтобы выйти. От первого лица вид, насколько я понимаю. Да. Я могу ходить от первого лица. Нет, я только могу разглядывать локации. И на самом деле круто. Смотрите, какое яркое. Ну, не знаю, океан, наверное. Так, ну что? Треугольник, чтобы поговорить. Чего ты так боишься? Так, постареть, быть другим. А, и еще каким-то. Ну, давайте третье выберем, какая разница. Я не знаю, вообще ничего не страшно из этого, поэтому дурацкий вопрос. Что самое важное для тебя? Быть номером первым, дружба или, ну, видимо, что-то связанное с призами, которые можно получить, или, ну, точно не могу сказать. Мой английский временами хромает, и тут вы поймете, насколько сильно он хромает. Так, что же для меня самое важное? Пусть будет дружба. Так, ну что? Что ты у меня спросишь? Чего ты хочешь от жизни? Туси Рейр Сай, так... Давайте второе выберем. Я не знаю, как это повлияет на... Ну, эти ответы повлияют на игру, но если повлияет, то... Ах, какая разница. Да, звучит хорошо. Сюжет, конечно, немножко, ну, знаете, такой непонятный совершенно, то есть заставка, которая была в начале, ничего не рассказала, и в целом, где я сейчас нахожусь и что я делаю, тоже особо ничего не говорит. Кто это, я не могу тоже... А, нет, Роза, может быть, это спящая красавица. Скорее всего.
Я не уверен. А что мне здесь делать? Наступить ей на лицо? А, старт. Ну, что тут будет инвентарь, это я уж понял. Так, я могу скипнуть эту сцену, на самом деле, через паузу. Но старт меня не кидает в то место, где я могу полазить по своему инвентарю. Ну что, подеремся? Я всеми забываю, какой кнопкой бить, жму кружок, а он на кружок прыгает и получается... Я постоянно то зажимаю, то отпускаю, чтобы, ну, как бы, по тем, кто ближе всего, попадал прицел, и их же он и бил. Конечно, наверное, можно и без прицела просто бить, и даже это будет удобнее, но... Этот опыт меня забавляет, такие горошинки. Но он очень яркий, на самом деле, и пропустить его сложно. Так, но все же, вот, нажал на... Старт у нас тут появилось. Сейчас мы первый левел, у нас всего лишь 18 здоровья, 2 маны. Из итемсов у нас есть один поушен. В эквипменте меч сна. Из абилити у нас... Ну, мы не можем посмотреть. Костюмайз. По идее, видимо, мы можем... поставить на кнопки какие-то вещи, но как мы тогда будем бить или прыгать, я пока не знаю. Или можно просто поменять местами прыжки и бег. А, здесь полное описание всего. Так, тут еще, насколько мне, кольца будут разные, типа аксессуаров. А, ну и все, по идее. Ну, еще конфигурации, конечно. То, что у нас вначале спрашивали, автолук, таргет лук, камера, вибрация, камера, камера. О, дефикульти можно поменять, замечательно. Если будут какие-то боссы сложные, можно будет поменять. На, пока нормально. Сейф поинт, сейф. Сейф, сейф, сейф. It's a good idea to save often. Типа, сохраняться чаще. Если что-то пойдет не так, ты в любой момент можешь загрузить свою загруженную игру и продолжить оттуда. Солнечный зайчик. А, попрыгаем. Или просто побегаем. Я сохранился или нет, я не знаю, надо проверить. А, нет. Так. Первый сейф-слот. 16 минут уже тут бегаем. Хороший таймер, то есть можно посмотреть там, я думаю, к концу игры может быть и 100 часов. Но, во всяком случае, во Final Fantasy обычно так и было. А если тут три части, о, это долгое путешествие. Саживайтесь поудобнее. Ага, что это такое? Я не посмотрел на платформу. Чем ближе ты идешь к свету, тем больше, наверное, становится твоя тень или что-то такое. Тебе придется со своим двойником драться. Но выглядит он такой, страховый парень. Ну вот это, по-моему, была из мультика платформа чудовище, что ли. Красавица и чудовище. Ну или нет, я не могу в него посмотреть, но... Да, действительно. Мне надо поменять... Блин, я не могу сейчас поменять, видимо. Жалко. Ну давай его по пятке побьем. А, он выпускает дебилов. Ну, идите сюда, дебилы. М
Да, немножко отнимается здоровье, но вот эти зеленые сферы, они восстанавливают его, по-моему. Может, конечно, в тренировке. Мне надо определенно поменять аксессы на... Блин. Говна кусок. Дёска играет. А он говна кусок. Он, по-моему, стреляет, значит, мы можем его бить, а то он так нас убьет. Ага, пока рука внизу, надо бить. Блин, я очень хочу поменять аксессы, но... Ну, умирайте, умирайте. Мне, конечно, это все нравится достаточно. Так, у меня звоночек, поэтому я немножко отвлекусь, и мы продолжим через секундочку. Так, все, давайте продолжать незамедлительно. Все нормально. Как бы его побить? Так, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Рука. Говна кусок. Сейчас опять будет пулять по нам, чувствую. Да, блин, я прыгаю очень низко, и дотянуться до нее не представляется возможным. Только когда он вот опускает ее, можно подолбить. Но зато очень хорошо. Блин, ну камера, конечно, надо эти эксесы поменять, и в целом, я думаю, будет в 100 раз лучше. Ну, во всяком случае, для меня, потому что я не привык. Стик вертеть вверх, и все опускается вниз, а... стик. Ну, кстати, вот эти монстры, которых он вызывает, они нас как раз и лечат. То есть убить он нас никак не сможет. Ну и с этими эксесами я договорю, пока он что-то думает. То есть когда... Так, что-то происходит, мне кажется. Я жив. Похоже, я победил. Ну-ну-ну-ну. Но не бойся. Ты тот, кто откроет дверь. Замечательный посыл. Я прям теперь горю желанием открыть дверь. Не знаю куда, не знаю зачем, но... Все пока интересно. Интрига. Что это там, рыбка плавает? Наконец-то они заговорили. I knew that I'd find you snoozing down here. No, this huge black thing swallowed me up. I couldn't breathe, I couldn't... Ow! Are you still dreaming? It wasn't a dream. Or was it? I don't know. What was that place? So bizarre. Yes, yeah, sure. Say, Kairi, what was your hometown like? You know, where you grew up? I've told you before. I don't remember. Nothing at all? Nothing. Do you ever want to go back? Well, I'm happy here. Really? But you know, I wouldn't mind going to see it. I'd like to see it too. Along with any other worlds out there. I want to see them all. So what are we waiting for? Hey! Aren't you guys forgetting about me? So, I guess I'm the only one working on the raft. And you're just as lazy as he is. So you know this. Okay, we'll finish it together. I'll race you. Huh?
What? Are you kidding? Ready? Go! Ну вот оно, похоже, началось окончательно. Destiny Islands. Так, я полагаю, с ней могу поговорить. Блин, я и тут могу бегать. А... Что-то с этой пал. Оу. Здорово. Так, все сейчас. Конфигурация. А... Inverted. Inverted, я думаю. О, да. Вот это уже хорошо. Чувствую себя лучше. Ничего, водички нету. Сейчас мы немножко тут побегаем вокруг, посмотрим, как вообще это все работает. Похоже, цепляться он не умеет. Я думаю, эту бочку стоит развалить. Нифига себе, она улетела. А, нас... Ну, похоже, это реальный мир, и у нас тут деревянный меч вместо того, который мы получили в тренировке. Но если мы посмотрим в итемсы, у нас есть поушен. Поушен из сна. Ничего, ничего. Это же... Очевидно. Все, что ты получаешь во сне, ты можешь носить и в реальности. Так, блин, я очень корявый. Я проверю, может ли он по лестнице ловить. Может. Даже как-то по-дурацки прыгать. Но... Лучше уж, наверное, просто подниматься. Ух ты, и цепляться умеет. Вот это уже хорошо. Тут какая-то девочка, с которой я, похоже, уже говорил во сне. Похоже, ей пофигу. Hey, Sora, feeling up to a little competition. You ask for it. Alright, let's go. И у нас начинается битва. Нихера ты. Веселый парень. Получай. Как-то я уворачиваться могу. Ладно. Видимо, не сейчас. Но я его тут утоплю в этом лазурном море. Он сдался уже или в чем дело? Да? Дай мне что-нибудь за победу, чувак. Ничего не дашь? Нет, хватит. Хватит с тебя. Я не могу тратить весь день, чтобы драться с тобой. Так, я достал веревку. Пока не знаю, зачем она мне, но... Дают, бери. Блин, как же неудобно, что прыжок на кружке. Да я сойду с ума, пока привыкну. Представляете, сколько я игр прошел, где... прыжки на иксе. Это как если бы на ПК версии игры какой-нибудь был бы прыжок не на Space, а прыжок был бы не на Space, а на какой-нибудь, я даже не знаю, на F1. Ну, конечно, это уже слишком, я преувеличиваю, но все же. Стоп. Сейф. Да, давайте сохранимся здесь и продолжим уже в следующей части. Мне пока все очень нравится, так что будем продолжать. Всем пока, спасибо за просмотр. Удачи и пока, увидимся в этой замечательной игре, я думаю. Ну и в других каких-то, наверняка. Ой, я третий левел. Я даже не заметил. Но уже заметил.